Всем привет! Сегодня к вашему вниманию видеообзор краткий часов новинки 2019 года Casio GA2100, коллекция G-Shock. Идут они полностью черные стрелки, черный циферблат, черный корпус. Так, ремешки у них уже быстросъемные идут, можно менять. Это пошло с 2000 серии. Корпус тонкий, удобно будет и зимой, не будет мешать под одеждой, под курткой. На часах отображается день недели, дата. Стрелочки со светонакопителями светятся в темноте, но так не видно. Также в них есть подсветка диодная. Вон диодик стоит. И подсвечивается цифровой дисплей. Стекло минеральное, водозащита VR200. Написано на крышке, что часы собраны в Таиланде. Размер небольшой, в принципе. Сейчас покажу, как на руке смотрятся. Не так, как все G-Shock, они массивные, аккуратненькие. Можно носить круглогодично. Так, теперь настроечку. Настройка, как всегда, традиционно удерживаем кнопку Adjust. Так, выбираем часовой пояс. Далее кнопкой мод выбираем переход на зимнее-летнее время. Включим. Дальше формат отображения времени 24 часа. Выставляем время, дату, звук кнопок. Длительность подсветки. И опять попадаем в часовые пояса. Все, настройка сделана. Нажимаем кнопочку Adjust, и стрелочки станут по цифровому времени. На этом дисплейчике маленьком можно переключать или время, или дата, чтобы отображалось. Теперь по режимам. Вот, мировое время, секундомер, таймер обратного отчета. 5 будильников, ежечасовый сигнал. Ну и по функциям это все. Такая вот новиночка, приятные часы. Всем хороших покупок. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.